Открытый чемпионат по играм «Что, где, когда» и «Брейн-ринг» на географическую тематику стал одной из площадок фестиваля «Фрегат Паллада». Чемпионат по интеллектуальным играм проводился Ульяновским областным отделением Русского географического общества совместно с общественной организацией «Клуб интеллектуальных игр «Ворон» и Министерством просвещения. Вот именно игра такого формата проводится у нас в регионе в первый раз. Я надеюсь, что она станет традиционной. Она вызвала неподдельный интерес как у студентов, так и у преподавателей профессиональных образовательных организаций. Я думаю, это будет таким хорошим стартом для традиционного ежегодного мероприятия в рамках «Фрегата Паллада». В соревнованиях приняли участие 26 команд студентов профессиональных образовательных организаций из 8 районов области. К чемпионату участники готовились основательно. Наша группа называется «Компас удачи», которая представляет колледж государственной и муниципальной службы в городе Ульяновск. Каждый выбрал определенную тему, изучал ее, и потом по окончанию за несколько дней до соревнований, конкурса, мы все собрались и обсуждали все свои темы, делились какими-то важными, главными информациями, чтобы каждый мог ответить на эти вопросы. Как считают преподаватели, которые помогали командам подготовиться к чемпионату, вопросы были несложными. Я хочу сказать большое спасибо клубу «Ворон». Он считает, что это здорово, хорошо организация, когда все собираются организация игры. И радуются возможности. Я думаю, она действительно удалась, как планировалось, играть, получать удовольствие. Главным призом стал сертификат на экскурсионную поездку команды по одному из регионов Российской Федерации. Ирина Антонова, Даниил Сурков, Ул-Правда ТВ.